Итак, ну что ж, я открыл коробочку, слава богу. Надеюсь, что пришло то, что мы заказывали. В общем, вот такие вот бумбастики. Это, видимо, чтобы во время транспортировки коробка туда-сюда не ходила. Но все-таки спасибо за предосторожность. Так, здесь еще какая-то бумажечка, сейчас достанем ее. Ага, это накладная с это 6PM. Так называемый инвойс. Может, кавер слой, то ордер. Ну, собственно говоря, то же самое. Девяточка. US. И все остальное. Так. Сейчас мы попробуем. Уберем. Итак. Тарарарам. Вот они, собственно говоря, те самые кроссовочки, которые мы заказывали. Женские. Кстати, такие же мужские тоже есть. На сайте 6PM. Можете заказывать. Там они еще есть. Так, посмотрим. Посмотрим. Та-та-та-та-та. Ну, пока, честно говоря, мне все нравится. Чем они понравились? Это подкладка. И вот такой вот. Очень мягкая. Сейчас достану, посмотрите. Здесь, конечно, не видно. Вот так на свет. Более или менее. Внутри все как бы из ткани. Сеточка довольно-таки плотная. Думал, что она более, знаете, такая вот совсем тонюсенькая. Но, честно говоря, очень плотная. Поэтому я думаю, что послужит данной кеды очень долго. Вот. Вот такие вот прекрасные женские кеды. Так, самое главное размер. Размер, размер. Так. Девятка есть. Написано. Согласен. И второй кед. Должен, по идее, тоже быть девятка. Да. Собственно говоря, сейчас их поставлю, чтобы было более-менее нормально видно. Вот такие вот кеды, дорогие друзья. Стоят они довольно-таки недорого, около 30 долларов вроде бы на 6PM. Заказывайте. На Амазоне, кстати, они стоят намного дороже. За что я люблю 6PM, так это за прекрасные скидки и возможность купить качественную летнюю, не только обувь, по достаточно привлекательной цене. Поэтому заказывайте через мегазаказ. Всем удачи, спасибо. Скоро ожидаем еще одну посылку большую, там будет и одежда, точнее там будет только одежда вроде бы, а не, вру, кроме одежды там еще будут хорошие весенние такие полу сапоги, ну в общем посмотрите в следующем обзоре, обязательно вам покажу их, ну и то, что мы заказали еще кроме тех сапог. Поэтому всем огромное спасибо за внимание, заходите, смотрите и приятных вам покупок, пока-пока.